Мэтт Сервито, Фрэнки Фейзен, Банши. Автор сценария Мэттью Раух. Режиссер Мэттью Раух. 20 месяцев назад. Козел даже не шелохнулся. Эй! Подъем! Вставай! Тебе тут не мотель, давай! Вот так. Боже, и помойся заодно. Не за что. Ну и клиентура у тебя. Да, разнообразие — соль жизни. Спасибо за помощь, помощник шерифа. Помощник. Больше меня так не назовешь. Вас увольняют? Повышают. С завтрашнего дня шериф. Так что, надеюсь, теперь алкашей будет выгонять кто-то другой. А... давайте выпьем по этому поводу. Ну? Смена уже кончилась. Можно? Все бродяги на этот стул садятся. Так задумано? Да, вроде того. Ну ладно. Шериф, поздравляю. Вы это заслужили. Хорошо. Как ощущения? До сих пор не верится. Так долго ждал. От него ничего не слыхать? От него? От кого? Сам знаешь. Нет его. Исчез. Да? Твоя уверенность обнадеживает. Я же бармен. Мне положено быть мудрым и ужасно таинственным. Да? У тебя хорошо получается. Знать бы, куда он делся. Он не вернется. А если бы вернулся, на ваше место он бы точно не захотел. У него был шанс, но он все просрал. Так что... ну что, у него свой подход к работе. Подход, значит? Для тебя это подход, а я считаю, он прет как танк. Мне нравится наш город Шугар. Очень нравится. Да, иногда тут полный дурдом, но... я могу изменить все к лучшему. И слово даю. Я это сделаю. Ну тогда... удачи вам, шериф Лотус. Выпьем за спокойствие. Аминь. Банши.